К сожалению, у нас нет видеозаписи встречи Виктора Демьяненко, но он тот свой бой проиграл. И сейчас мы, в общем, будем, наверное, говорить о более каких-то приятных моментах, потому что здесь будут и наши олимпийские чемпионы 80-го года. Начинаем мы с весовой категории до 48 килограммов. Шамиль Сабиров против кубинца Ипполита Рамоса. Ну, самые легкие боксеры, которые только существуют, эта весовая категория была с самого начала. Мы знаем, что в боксе произошла реформа, появился супертяжелый вес. Ну вот 48 это такая, может быть, даже классическая, наверное, категория. Иногда их несколько скептически называют мухачами, но я знаю, что боксеры, которые в легких весах выступают, от них не считают себя какими-то такими. Но во всяком случае, шоуменами. Да, безусловно. Но во всяком случае, они могут очень сильно и больно ударить. Вот это факт. А что касается этого поединка, вы знаете, Шамиля Сабирова всегда в тренировочном процессе удивительно. Всегда я бы отметил, вы знаете, твердость, вы знаете, характер и огромную работоспособность. Столько, сколько работал на тренировке, вот на тренировочном процессе Сабиров Шамиль, не работал никто. То есть это боксер, который сделал сам себя. Не было у него высочайших технических данных, физических данных. Но тем не менее, смотрите, как он хорошо смотрится в финальном поединке. Как быстро бросает руки. Быстро, точно и правильно. Надо сказать, что немного странно выглядит, на мой взгляд, кубинец сейчас уже с высоты вот этих 29 лет, которые мы прошли, и великолепных кубинских боксеров, которые мы видели в последние годы. Можно говорить, на мой взгляд, о том, что Ипполита Рамос немножко неправильно себя ведет. Он бегает вокруг Сабирова и, собственно говоря, сам ничего не делает. То есть, ну, не увеличивает темп, а не бьет серийными комбинациями, не бежит вперед. Я понимаю, но, видимо, была установка. Я вас уверяю, что во втором раунде Рамос побежит, и Сабирову будет тяжелее. Но вот в данном раунде очень легко, быстро, вы знаете, так непринужденно боксирует Сабиров и вовремя наносит удары. Вовремя. Ну, на ваш взгляд, Виктор Юрьевич, насколько поменялась бокс вот современный именно после введения очковой системы? Насколько тактика стала другой? Я поясню, к чему я спрашиваю, потому что ведь тогда действовали совершенно другие правила, и тренеры, в том числе и боксеров, настраивали в рамках этих правил. Вы правильно, Алексей, сказали, что сегодняшний бокс, это, что касается очковой системы, мы имеем количество ударов, но ни в коей мере не качество. То есть количество победило качество. Вот тот бокс, который мы с вами смотрим, здесь качество. Здесь качество, мощь удара. Пускай удары, их не столько много, но они качественные. То есть что я подразумеваю под словом качество, это жесткость. Это мастерство. Вы знаете, это каждый удар, он соответствует удару. Каких быть не может. Сабиров лучше. Сабиров лучше, он быстрее, он точнее. Вот сейчас, вот Сагаров в углу, это один из величайших, я не знаю, специалистов бокса на земле, Сагара. Вот наверняка он будет сейчас что-то думать. И наверняка своему подопечному даст команду вперед. То есть взвинтит темп. А кубинцы это умеют делать. И Шамилю Алтаевичу придется не сладко. Ну, посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация. Учитывая то, что нету этого веса ударов, накопленного в первом раунде, Шамилю Сабирову нужно продолжать вести бой в той же манере, потому что он должен в течение всех трех раундов оставить о себе у судей позитивное впечатление. Но сейчас, мне кажется, он выбирает, может быть, сознательно, а может быть, и по воле тренера, выбирает такую несколько выжидательную манеру. То есть он ждет от кубинца. Что мы можем сделать? Я думаю, что я угадаю или скажу правду, что Сабиров в данный момент бьет навстречу. То есть все атаки соперников старается пресечь встречными ударами. Оно иногда не успевает. Вот смотри, сейчас навстречу бьет, а иногда не успевает просто. К этому моменту Шамиль Сабиров уже был чемпионом Европы. В 1979 году он выиграл чемпионат, который проходил в Кёльне. Ну и как вы считаете, а может быть, и помните, может быть, и знаете, расскажете нам, вот эта золотая медаль Сабирова, она была тогда плановой? Вы рассчитывали всерьез на нее?
Ну, вы знаете, если я скажу, что золотая медаль 48 килограмм, тренерский коллектив планировал, я, наверное, покривлю душой. Из всех боксеров, которые были вот в составе вот этой команды, выступавшей на Олимпиаде, наверное, ну, я уже говорил, Шамиль Алтаевич не отличался крепким здоровьем, мощными ударами, великолепным телосложением или какими-то другими физическими данными. Нет, простой, на мой взгляд, заурядный боксер поначалу. Но вот это вот его, вы знаете, вот это вот терпение, вот это вот его характер и вот это вот желание везде и всегда быть сильнее и лучше. Вот итог, золотая медаль на Олимпиаде. Было много звезд на Олимпиаде, которые были талантливее Сабирова, но ни у кого не было золотой медали, никто не завоевал. Значит, какие другие качества помешали на этом пути? Прекрасный удар навстречу, да, великолепный. Собственно говоря, вот вы сказали, что пойдет вперед Ипполита Рамос. Ну, с какой-то стороны он, может быть, и пошел, но мне кажется, что он сам к этому не готов. Он идет вперед, а выходы эти вперед, они не подготовлены. Он не закрыт должным образом в этот момент. Он небезопасен. Вы знаете, просто когда Рамос наносит удары вот в этом поединке, он иногда достигает цели эти удары. Но Сабиров успевает его перехватывать. То есть последние два или один удар остается за Шамилем Сабировым. То есть, а это никак не уходит от внимания судей. Ну, я уже говорил, что я вот первый раз смотрю эту видеозапись. Я, честно говоря, поражаюсь итоговому судейскому решению, потому что Сабиров выиграл со счетом 3-2. Это мы уже знаем. И вот я весь бой смотрю и пытаюсь понять, где же эти два очка, которые кубинцы судьи отдали. За что? Вы знаете, Алексей, вообще Олимпиада московская, что касается бокса, довольно странная Олимпиада. Вот довольно странное в решении вот арбитров. Например, было рассечение, у Мирошниченко было рассечение. Оставались секунды до конца третьего раунда. Но рефери на ринге снимал наших боксеров. Заев, мы посмотрите этот поединок, уважаемые любители бокса. Тоже можно отдать победу. Ну, вот здесь настолько, по-моему, однозначно все выглядит, насколько это вообще в боксе может быть однозначно. Шамиль Сабиров, по-моему, лучше по всему. А во втором раунде, когда он немножко, может быть, отступил назад и как бы предложил сопернику проявить инициативу, мы видим, что кубинец просто не готов с таким соперником боксировать. Его не боятся, и вот это ему мешает. Не знаю, на что Сагара рассчитывал. Может быть, на то, что будет некий... А вот он рассчитывал на третий раунд. Вот он рассчитывал на это. Он запустил своего боксера вперед. Смотрите, сейчас такой вот ураганный темп будет навязывать боксер с острова Свободы Шамилю Алтаевичу Сабирову. Ипполита Рамос на 3 года старше Сабирова. К моменту проведения этого боя кубинцу 24, Сабирову 21. Но вообще в этом весе, вот насколько я понимаю, возрастные боксеры очень редко встречаются. Потому что, как правило, начинают набирать вес. Ну, в отличие от супертяжелого веса, где возрастных достаточно много, наверное, но везде должен быть баланс. Вы знаете, вот после этого поединка и такой кураж был в рядах национальной сборной, тренерского коллектива. Есть первая медаль олимпийская, золотая. А впереди еще столько наших воюет. И ничего. Ну вот, что-то стало получаться у кубинца. Мне кажется, что, может быть, немножко устал Шамиль Сабиров, потому что меньше стал он двигаться. Да, застоялся немножко... на дистанции, получил сейчас удар справа. Уже нет такой четкости во встречных ударах Сабирова. Просто пропускает. А сквозь руки проходит соперник Шамиля. Сквозь руки проходит и не успевает ударить и встретить. И поэтому вязкий бой в третьем раунде таким с переменным успехом. Но в двух раундах он был намного чище Сабиров, намного лучше. Ну, он и в третьем попадает. Как мы видим, вы знаете, мне вообще очень интересно было бы посмотреть этот бой, оцениваемые уже современными судьями и по современной системе с количеством ударов. Потому что вот если брать, так сказать, впечатления, которые арбитры должны объявить, на мой взгляд, здесь двух мнений быть не может. Сабиров, безусловно, выиграл. Интересно было бы посмотреть на статистику вот этого поединка. Кубинец, кстати говоря, у него дорога к финалу была тоже такая неоднозначная. Он в полуфинале встречался с Исмаилом Мустафовым, болгарским боксером, победил не
не блестящий, да? Да, решением арбитров, а выиграл со счетом 4-1. Ну вот последние секунды вот этого поединка, значимого для на всю жизнь для Шамиля Алтаевича, я думаю, что дотерпит он до конца, не остановится на ногах. Это единственная золотая медаль в истории советского и российского бокса в этой весовой категории. Почему так? А у нас богатыри все. У нас высокие, здоровые, крепкие ребята. Ну, 48 килограмм это... Это где-то это ближе к Азии. Вы знаете, азиат впервые выиграл вообще-то в прошлом году только лишь Джо Шиминь. Но это была как раз та медаль, которую ждали, по-моему, абсолютно все в мире бокса. Шиминь к этому моменту выиграл 3 чемпионата мира подряд. И действительно, он был лучшим. А как раз до этого в основном-то побеждали кубинцы и американцы. И, кстати говоря, в 76-м году, если вернуться чуть в историю Олимпиаду, в этом весе выиграл как раз кубинец Хорхе Эрнандес. Ну, знаете, я не думаю, что... Это не признак того, что в этой стране развивается весовая категория 48 килограмм. Лучше боксера. Родится у нас в стране великий боксер 48 килограмм, у нас будет чемпион. Ведь это же от селекции, от тренировочного процесса, просто от таланта. Внимание! Выиграет Шамиль Сабиров, но я думаю, что оба все понимают. И кубинец руками тут махал интересно, больше на публику. А вот смотрит этот поединок Сабиров, он же сейчас переживает победу. Так же, Байкал. Поднимут руку или нет? При счете судейских голосов 3-2 одержал Шамиль Сабиров. Ну и вот радующаяся публика. Действительно, это ведь момент такой. Это первый финал. Это первый финал. Это первая золотая медаль. И все подумали, но сейчас мы пойдем.